Всем привет! Почему она зеленая? Скоро будет целая волна вопросов по этому поводу. Без паники, все нормально, абсолютно. Это действительно новый дизайн упаковки. Сейчас пока что будет приход только по WS продукции, по тойотовской, по оригинальной. Будет ли Type T4 TC-шка тоже в новом дизайне? Скорее всего, да, но ответа вразумительного от японцев я пока что не получил. Ожидаем. Так что этот новый дизайн, это и подделка. В Японии он уже продается, и до нас уже сейчас скоро в течение, наверное, месяцев двух примерно уже будет доходить, начинать. Так что не пугаемся, это действительно на самом деле новый дизайн упаковки. Дополнительные сведения, как появятся, я вам обязательно сообщу. И на Минакаре начали появляться, поэтому вопрос только времени. Японцы всегда молчат, как партизаны, от них не дождешься никаких ответов. Вот я недавно задал вопрос, наверное, дня три назад. Так до сих пор ответа никакого разумительного не получил. Видите, у них 0W8 тоже они перевели уже в новый дизайн. То ли они переводят все энергосберегающие масла в новый дизайн, то ли они переводят всю линейку в новый дизайн. Пока непонятно. Как только я выясню более дополнительную информацию, более подробно, я вам сообщу обязательно. Надеюсь, это было для вас полезным. С вами Антон Воронков. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчики. Всем пока.